Dünən və bugün Ukrayna silahlı qüvvələrinin Xarkov istiqamətində həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatı nəticəsində növbəti məhv edilmiş düşmən kolonunun görüntüləri yayımlanıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Трусы, блядь, ранняя резина, блядь. Поехали, блядь, чуть веселее, 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 хлопцы. Вы нас будете, что мы нахуй уже не обстрелы. Хуйня, сейчас дальше побачишь. Все еще нихуя не разбито. Ехал, ехал и не доехал. И кусы не получил. Блять, надо селфи сделать, блять. Сука, блять, как маленькие дети, ебать, нахуй. Вы большие дети, а мы маленькие. Сейчас мы уже приехали. В 2006 году мы закодировались. Бля, ты возьми ствол, ёпт. Дайте мне нахуй в окно. Заебанный, блядь. Ты ж, блядь, кулиса. Сраку выебать. Что на озоне, блядь. Поехали, поехали, поехали. Веселей, 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 хлопцы, веселей. Но мы, блядь, мнюхаемся, нахуй. Летняя резина, блядь. Пизда вам, да, твари, блядь. Сука, со всеми так будет. Вот так именно будет, со всеми, блядь. Хуй кто живые останется, уёбки. Блядь, бронирование, блядь. Броня, хуйня всякая, блядь. Да, это чисто брошенный, блядь, да? Целенький. Ты давай, наверное, сюда вставай. Заехать сюда, да? Ну конечно, батя застрял. Если ты на летней резинке, тоже нахуй застрял. Все, вставай. Мама не лазит. Пидорасы, блядь. Нахуй все. Нахуй. Все, дружочек. Приехал сюда, да? Полежи чуть-чуть. Красавец, да?